всем доброго вечерочка. Доброго вечерочка. Донечка. Донечка, девочка, красавица. Ты доброго-доброго вечера, да? Кто тут все такие уставшие? Компания уставших зверей. Точнее, собачулек. Только собачулек уставших, да? Кошка у нас, когда устает, где-нибудь на веранде лежит, отдыхает. Когда захочет, в дом попросится. Да? Но скажите, сейчас тепло, она редко. Ой. Ты против целоваться, мальчик, с мальчиком, да? Ты только с девочками целуешься. Правильный мальчишка такой. А это что это Ав говорит? Ты обижаешься на него? Так ты девчонок целовай. Лялечку целуй. Феечку, Милуську, Вигуську. Тут знаешь, сколько народу? Донечку, мать свою, можно целовать. У тебя для поцелуйчиков много-много есть кого. Ой, Милуся уже прячется. Оп, и нет ее. Все. Бугорок только мягонький. Мягонький бугорок. В нашем доме на диваны садиться нужно. И на табуретки очень-очень осторожно. Потому что мало ли кто где прячется. Да? Лялечка вот более заметная у нас. И Донечка более заметная. А остальные все такие компактные. Даже шейх иногда так притутулится, что можно на него наступить. Да? Все такие компактные товарищи. А этот, бывает, сливается с местностью. У него своя маскировка, да, малышня-карандашня? Ой, ну а мы всем желаем самой спокойной ночи, самого чудесного вечера, хорошего вам настроения вечернего. И главное, приятных-приятных снов, чтобы всем обязательно что-нибудь приснилось приятное и хорошее. Вигуська скажет, я тут заползла, чтобы мне никто не мешал. А тут лиса даже с костью пришла. И этот целовальщик пришел. И фиёк, ты наша красавица. Маленькая красотулечка. Хотела ее взвесить, а батарейка закончилась в весах. Надо же посмотреть, вдруг разжирела прямо вся девчонка. Ну, а мы всех целуем, обнимаем и прощаемся с вами до завтра, наши дорогие.